Привет, народ! Сегодня будет чисто мнение о Мобили 7 1С и LRS. Вот. Купил ее сам, ну, при поддержке Максима. Макс от души. Вот. Выбрал ее из обновленных моторов и полетного контроллера. Это мотор, ну, моторы 20 тысяч кВ. Вот. 1,5-миллиметровый вал здесь стоит. Вот что хорошо, что, скорее всего, ломаться меньше будет. Полетник, встроенный ЛРС приемник и видеопередатчик на 400 милливатт. Вот. И антенка здесь съемная на UFL разъеме. В общем, сейчас мы его будем гонять, я покажу, как я на ней жогаю. Вот. Рекомендую такой дрон новичкам, то есть совсем, ну, недорого это выйдет, то есть попробую себя в FPV-шке. Вот. Ну, все гонятся за хорошие картинки. С хорошей картинкой дроны по дому очень будут хрустеть, потому что, как сказать, ты еще не совсем владеешь дроном, да, если ты новичок. Ну, соответственно, ну, не совсем понимаешь, что к чему. И будешь его бить. Биться он будет сильный, больно, и, то есть попадать будешь на лавруху. А здесь он легкий, поэтому крашеустойчивый получается, типа пружинит. То есть ударился, отлетел и все. И, ну, короче, сейчас покажу еще к чему. Несколько крашей будет в этом видео. Летаю на батарейках вот таких. Чин Хобби Лайн, 1С, Мини Стар. Вот. Использую вот такой вот LRS как его, модуль Full Case. Или как-то так он называется. От Радиомастер. Аппаратура Радиомастер. Моя, типа, именная она еще. One Left, ёпты. Вот, зачете аналоговые, на G даже не собираюсь, меня все устраивает, мне вполне выше крыши, так я не гонюсь за хорошей картинкой для меня, я гонюсь за кайфом от полета. В общем, погнали летать, что базарить долго-то. На мобуле. Батки зарядил. Все. О, взялся. О, первый краш есть. Убежал, черепаха не настроена. О, выдержала. С коленки он залечу. Ну, был краш не сильный, такой лайтовенький. О, сохранился. Чуть в лицо себе не попал. Опять есть. Еще ништяк все. Так, сейчас маленько усложним конфиг трассы. Ох, ох, я не попал в вас? Нет, зайчики, мне не больно же? Нет. Все, вот поэтому я рекомендую твуп. Что он так вот, блин, можно прилететь аккуратно, не совсем больно. Блин, сбился.
жесткий контроль. Бля, сбился, ну ладно. Теперь каждый раз буду проходить так. Ай. Ну ничего так, навал идет, сколько там по времени, уже очки показывают много. Три минуты почти. А то моторчик что-то попал в эту волос. Вот волос — это проблема, конечно. Батка на исходе, все, короче, на посадку надо. Че, сейчас еще одну динокум покажу. Ой-ой-ой, выродился. Блин, Сережка так сидит как-то, блин, неудобненько, по-моему. Страшно. Ну хорошо. Блин, сбился чуть-чуть. Но ничего, выровнял вроде. Время потеряно, все равно уже. Отлично идем. Ой-ой-ой. Ну ладно, сбился. Рука устала уже. 2 минуты, жогово. Пофлипаю, наверное, еще надо. То есть легко вообще подхватывает. Павел Лупчик типа. На, вот хороший крашек. Слышно прям отчетливо было. Удар хорошо было слышно прям. Я думаю, всем было слышно и в камеру тоже. Сейчас вот посмотрим после этого, что он летит, нет? Летим, вполне летим. Ну, думаю, на этом хватит. Я думаю, смысл понятен. Советую, рекомендую, охеренный луп. Берем, не стесняемся. Давай всем.